Мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. 16 меморандумов на сумму 67,5 миллиардов тенге было подписано в ходе Международного инвестиционного форума в Актобе. Акимат области и крупнейшие компании намерены построить завод по комплексной подготовке газа и подвести к нему газопровод. Также подписан меморандум о строительстве логистического центра класса А на территории индустриальной зоны Актобе. Центр позволит удовлетворить потребности крупных торговых компаний западных областей в складировании продукции. Площадь составит 10 тысяч квадратных метров. Предполагается также строительство аквапарка стоимостью 2,2 миллиарда тенге и транспортно-логистического центра сельхозпродукции. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует, что в следующем году цена на нефть составит 45 долларов за баррель. В этом году средневзвешенная цена на нефть Brent составит 42 доллара 5 центов за баррель, в следующем 45 долларов, в 2018 году 50, в 2019 году 55 долларов. Мы не ожидаем существенного роста стоимости черного золота выше обозначенного нами уровня, заявили аналитики агентства. Существенное влияние на стоимость нефти оказывает Поднебесная. По прогнозам, экономика Китая в этом году вырастет примерно на 6,6%. На цену нефти влияет и ситуация в США. По словам экспертов, в декабре ставка Федеральной резервной системы вырастет до 0,75%. Экспо и Универсиада 2017 обеспечат 94% роста в отрасли въездного туризма. Почти все регионы показывают динамику. За десятилетие число въезжающих интуристов выросло более чем в 2,5 раза по стране. Ключевые драйверы роста – развитие Астаны и усиление прикаспийской торговли. Также к 2017 году возможно появление нового драйвера – это туристский потенциал космодрома Байконур. Планируется освоение 45% инвестиций в отрасль, что доведет уровень доходов в индустрии до 7,6 миллиарда долларов. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.